Всем привет, с вами Нильф Горн, и я сегодня буду играть в Independent. По крайней мере, как я смог прочитать это название, игрушку. Черт возьми. Это сандбокс выживалка, то есть в стиле Uncharted, не Uncharted, Unturned, по-моему, да? То есть где квадратами, квадратные такие же. Господи. Эти зомби, это вообще жесть какая-то тут. Очень неплохая игрушка, на первый взгляд, по крайней мере, выглядит. Выглядит, по крайней мере, здесь все так, знаете, очень симпатичненько. И мне больше понравилось, чем... Твою мать! Мне больше понравилось, чем... Так, только вот... Я... Интуитивно как-то так что-то пытаюсь найти, потому что уже ночь настает. И довольно-таки я бы вам сказал, что страшненько. Но сейчас откуда вы беретесь-то, а? Я не знаю, то ли я еще не привык, то ли, честно говоря, ребятки, как-то страшновато. Так, акс шотган, хантинг шотган. А, двуствольный шотган. Так, простой шотган, еще шотган, хаммер, молоток, понятно. Твою же ж. Офигеть его. Вот дробовичок мне нравится. Вот дробовичок хороший. Единственное, что здесь, похоже, зомби, они появляются. То есть появляются прям вот где попало. И это печально, потому что... Вот это я не люблю в играх такого жанра, потому что, сами понимаете... Ты идешь вперед, смотришь, как бы одно видишь, а сзади появляется тут же один еще зомби и... Ну, мать. Появляется еще зомби. Так, вот это вот что-то такое. Блин, как мне не вовремя-то кончились патроны. Ужас какой-то. К сожалению, управления нету, то есть... Я не нашел опции, не нашел какое-то управление. Вот есть инвентарь, есть крафт. При этом крафт такой достаточно... Ну вот... Отлично, да, вот сейчас вот произошло. Вам понравилось это? Я просто вот шел по полю без звуков. Оказывается, на меня кто-то напал. Ни карты, ни радара, ничего такого нет, чтобы как-то определять. То есть мне постоянно, приходится... Придется осматриваться, я так понимаю это. Притом, сам вид, как бы, ну, вот леса вот этого, он так, честно говоря-то, зомби больно-то и не видишь. Так, хотя бы дерево какое-то нашел. Самое удивительное то, что у меня есть топор. Вот топор, давайте его завязаем, но... Такое чувство, так, как будто я в что-то уперся. А, вот оно. Есть топор, но я пытался им срубить дерево. Господи, я прям вижу, ко мне бежит какой-то зомби. Я не хочу. Так, акс. Кампфайр. Кстати, у меня... Какой-то... Я не понимаю, почему он светится, этот зомби. Зараза. В общем, я еще не настолько разобрался в игре, чтобы говорить, это то, это все, это там для этого, а это туда-то. Конечно же, надо разбираться, и очень много в игре. Ну, блин, ну, всегда мне не нравилось такого жанра играх, что здесь зомби просто появляются на пустом месте. Это, ну, это раздражает, честно говоря. То есть в данный момент я сейчас могу остановиться, но также могу
Так, я сделал костер. Хорошо, отлично. Так как горячих клавиш нет, то есть 1, 2, 3, вот я жму, к примеру, колесико мыши тоже не переключается. И что костер мне дает? Описание предметов тоже нет. Ну, ну ладно, вот костер, костер и все. Фух. Но так как я люблю такие игры, люблю такого жанра игры и самое главное люблю такую графику, то мне нравится, честно. Очень симпатично, очень интересно. Главное в этом разбираться. То есть, понятно, моей тени нет, нет только... Ох, как отсвечивает. Солнце встает, что ли? Может быть, знаете еще, что то, что сейчас вроде бы как бы темно. То есть, как бы ночь. Поле какое-то. Ферма какая-то. Но у меня нету денег. Ой, у меня нету патрон. Я возьму топор все-таки. Может, топор он как раз-таки и не для рубки деревьев, а для крошилого зомби. Вон, я вижу, бегает кто-то. Ну, если они появляются, это, конечно, совсем не круто. Ну, то есть, что? Вот смотрите, он прямо вот появился. Я видел, как он появился. Блин, красный. Ого-гошеньки. С одного удара. Просто втащил. Ну-ка. На. Да какой нафиг пистолет? Вот. Самое лучшее оружие. Пропал зомби. И похоже, дерево что ли появляется. Пропал зомби. Зомби же был. Что-то еще какие-то инструменты. Офигеть! Металлические фрагменты. Пикап метал фрагмент. Так. Кобра стикер какой-то. Не понимаю, что это. Ох, да! Вот это... Вот топор мне нравится. Нет, зомби не пропали. Вот это мясорубка, ребятки. Честно, я не знаю почему, но мне страшно. Страшно. Ну вот, промахнулся. Страшновато, честно говоря. Не знаю почему, но какие-то такие неприятные ощущения, прям опасности у меня появляются. Вроде бы все и квадратное, но, блин, честно говоря, как-то нифига. Автоматик. А потом 12. Да, это то, на Томпсон похоже, автомат Томпсона. А, нет, даже... Это не автомат Томпсона, это гвозди, пистолет, гвоздомет, вот. Так, ладненько, давайте попытаемся все-таки как-нибудь хотя бы чуть-чуть выжить, потому что мне и скрафтить хочется что-нибудь, и... А, я здесь, кстати... О, я появился... Отлично, неподалеку от того места, где... И умер. Так, отлично. Кстати, я здесь не подобрал металлические остатки. Есть. Мне нравится, как прям я убиваю. Так, это я, это мой труп. Есть. Так, еще. И какой-то молоток, отлично. И ножик какой-то, господи. Так, это что такое? Так, а теперь пришло время сбегать на ферму. Немножко графика подглючивать, но это неизбежно. Такого жанра игр. Отлично. Ну-ка, ну-ка. Ненавижу. Они же специально сделали... Вот 100% специально сделали такие поля, что... Ух ты, зараза. Я могу сказать, что я когда поднял этот компьютер, у меня игра свернулась и начался открывать сайт. Начался открываться. Почему так произошло, я не понял. Так.
Я вижу, что ко мне кто-то идет. Давай, иди сюда, иди сюда. На. Хотелось бы посмотреть крафты и вообще какие. У меня уже мачете, бандаж, пистолет, антие. Как... Я слышу, что они Хост Соул, антие, хаус. А что такое хаус? 118 сек... Брейн. 119 секунд будет крафтиться хаус. Дом. Так, надо валить с этого поля, потому что я тут ни хрена не вижу. Фу. Я на самом деле, ну, всегда, ну, как сказать, не опасался играть, а избегал всяческие хорроры и тому подобное. И вот не знаю, почему-то мне здесь страшновато. Я вот, вот так вот скажу только. И ночью, похоже, появляются вот эти зомби без голов и свечащиеся. Скорее всего, они... Они, кстати, очень много наносят урона. И топор, он все-таки видно. Он, похоже, именно... Как бы... Ну, как бы это... Исключительно убивать, а не рубить. Потому что деревьев, я смотрю, и так очень много валяется. Так, я нашел свой костер. Ну, я, в принципе, и отсюда пришел. Так... А что? Нет, я пока больше ничего не могу крафтить, и с костром я не могу взаимодействовать. Ну, побежали вот туда вот. Хотя я, кстати, оттуда пришел, но... Ладно, я знаю, что я недалеко пробежал, так что... Побежим обратно. Еще костер нашел. Отлично. Самое главное же есть... Вот только что дерево появилось. Да что ж такое-то? Так. Ну. Есть. Вилдж. Ну, деревня... Или поселение какое-то. Сбегаем, посмотрим сейчас. Главное не ночь, на самом деле. Опасливо. Опасливо и темно там. И страшно. Фу. А представляете, это же еще не в такой графике, кстати. Ну, как сказать, не... Не навороченная графика, то есть... Я, наверное, у меня вообще... Я не смогу, наверное, играть в какой-то такой... Выживалку, где все так сурово, что ли, по-настоящему. Я, наверное, вообще буду очень пугаться. Так, я вижу, вижу какое-то поселение. Довольно-таки немаленькое. Оружие. Тут, по-моему, оружие больше, чем всего остального. На тебе. Так. Кстати, можно услышать их. Потому что они хотят мои мозги. Так. О, это что такое? Это какой-то... Ах, зараза. Аллилуйя. Песенка какая началась. Так. Проблема в другом. Все, отлично. Я скрафтил себе дом, бандаж... Бандаж, юз. Ага, все, бандаж, понятно. Кампфайр, мачете, бандаж, пистолет, флешлайт, супер АК. Понятно. Блин, давайте вот с этим походим. Потому что я очень... Много этого собрал. Патронов у меня много. Я надеюсь, что само оружие как бы не собирается, а собираются исключительно патроны к нему. Ну, в принципе, это было бы правильнее всего. Надеюсь, так и происходит, потому что патронов сейчас у меня вот вполне нормально так. Так, высокие, я вижу. Это вообще чей дом? Я вижу, патроны валяются. Еще патроны валяются. Просто на полу валяются. То есть это нормально как бы? И такой дом какой-то с очень большой дверью. Такое чувство, как будто я не... Не человек, а какой-то... Какое-то... Маленькое создание. Так. Что-то какие-то вообще нереальные двери, по-моему. Куча всяческих патронов. Так.
А можно ее как-то закрыть? Потому что она открывается-то открывается, но вот закрываться не хочет. Так, ладно. Металл-фрагмент, пистолет, акс, опять топор, камфайр, фабрик. Фабрик? Кобр-страйк, еще хаммер, мачете, шотган. Два патрона, нет, хантик, шотган. Нет, блин, патный дом. Так, вот. Вот такой вот шотганчик. Вот с ним я похожу, это мне нравится. Так, я смотрю, здесь, конечно, дропа появляется очень много. Ну, и не забывайте, что игра в разработке, так что тут багов, глюков и тому подобное очень много можно. Снайперская винтовка, что ли? Багов и глюков очень много можно найти, это неизбежно. Так, ну, патрон... Так, я слышу зомби, блин. Надо подальше сразу отбежать. Ух ты, ёб твою, блин. Фух. Честно, я ненавижу вот такие вот моменты. Блядство просто, извиняюсь за выражение, просто вот, ух. Ух. А, кстати, у меня... Так. У меня кончаются... Сука. Извиняюсь за выражение, прошу прощения. Так, я вижу машины. Черные зомби. Так, дом. Дом, флэш. Хаус. Похоже, нужно более другое место. Так, все. Это что такое? Осветительные шары какие-то. Но, блин, как я их... Я не знаю, как их... Как ими пользоваться, если надо переключаться на них постоянно? Это же глупо получается. Что сейчас такое было? Я в него всадил немерено просто патронов. АК-47. Машина. Ну едь. Это вот скорость машины, что ли? Спасибо, не надо. Так, и куда? Меня что-то как-то выкинуло. Ну, стрёмненько, конечно, машинка сделана. Могли бы как-то поэффективнее ее, что ли. Так, честно, я вообще сейчас... Так, я так понимаю, они сейчас и будут ко мне все бежать. Нет, давайте-ка мы, знаете что, вон туда в поле побежим. Вот здесь вот мы сейчас встанем спокойненько и попытаемся установить домик. Как думаете? Да. Жалко, здесь нету быстрого доступа к предметам. То есть мне как-то нужно постоянно вот... То есть если я вовремя не переключусь на какой-то нужный предмет мне, все, это моя смерть. Блять, ну все, вот все, все, что? Все, вот, все. То есть я сейчас потерял весь свой дроп. Я не знаю, где я нахожусь. Ну, по-моему, я здесь был. Да, я здесь умер уже.
Так, секундочку. Главное, напал-то на меня зомби. Да-да-да, я появляюсь, похоже, в одном и том же месте, что ли. На меня напал главный зомби, которого, ну, как сказать, ну, просто где-то рядышком появился, прибежал. Отлично. Просто супер. Ну, я знаю, где, в принципе, мой труп валяется. Ну, если он еще сохранился. Конечно. Так, я примерно вот представляю, куда тыкать. Так. На. Игрушка интересная. Честно говоря, так даже острые ощущения я от нее получаю. То есть, довольно-таки прям аж мурашки по коже. Так, ну и вы сами, надеюсь, ощущаете, что мне как-то не очень комфортно в нее играть. Ну, то есть, страшно, я бы так сказал, если проще говоря. Нет, я не пойду на ферму, я пойду туда подальше, где я умер. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и надеюсь, вам понравился такой обзорчик, игру. Ссылку на игру я оставлю под видео. Игрушка симпатичная, графика такая, понятно, своеобразная, то есть не всем понравится, но... Но все равно она интересная, и вот как-то так даже хардкорно достаточно в нее играть. Так что, ребятки, дерзайте, скачивайте, играйте. Также в нее можно по сети рубаться, то есть по сетке тоже есть. 50 лайков, если вам понравилось, и, возможно, будет следующая серия. Повторяюсь, возможно, то есть не обязательно, если там посмотрим по некоторым обстоятельствам. Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось то, что я снимаю. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Также я еще до сих пор переводчик английского языка. То есть, если вы знаете хорошо английский язык и желаете переводить обновления, апдейты и тому подобное, то пишите мне в группе, ВКонтакте. Можете найти меня и написать мне в приват. Снайперка. Офигеть. На. Ты-то вот откуда бежишь, а? На. На. Фух. С вами был Нильфгорн. Всем всего. Пока.